Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня на портале «Экзегет» мы вместе с вами вспоминаем и молитвенно обращаемся к святителю Николаю Чудотворцу. И вот если говорить таким простонародным языком, святитель Николай – это самый добрый и самый отзывчивый среди всех святых. Вот вспоминается одна знакомая, она живет в городе Москве, и как-то поздней осенью, вечером, пошла на улицу выгуливать двух своих маленьких собачек, у нее два пуделя, которые никак не могут ее совершенно защитить. И вот получилось так, что она ходила в пустынном месте, какой-то преступник сзади набросился на нее, он был очень огромный, тяжелый, и вот он ее попытался повалить в кусты, и тут она произнесла: «Святителю Отче Николай, помоги!» Вот она обратилась к святителю Николаю Чудотворцу и не заметила, как вдруг какая-то невидимая сила бросает этого мужчину в кусты, и он сам не может понять, что произошло, и говорит: «Вот такая маленькая, а бросила, как мужик». То есть он не ожидал, что откуда-то появится удивительные силы. Он думал, что это она как-то его откинула. А на самом деле ей помог святитель Николай Чудотворец. И действительно, он помогает в самых разных ситуациях, поэтому он и называется Чудотворцем, и к нему обращаются и моряки, и путешественники. И во время каких-то болезней, и бывает так, что вот тоже один знакомый вспоминает, как его дед находился в заключении, это после революции, в годы гонений, и он молился святителю Николаю, и ночью является какой-то старец, который отворяет ему двери, выводит его из заключения. То есть и заключенные тоже, неправедно осужденные, молятся святителю Николаю и очень быстро получают помощь, поэтому он называется еще и Николай Угодник. В каком-то смысле он угождает вот по всем нашим, так сказать, вот молитвенным просьбам. И святитель Николай – это такой вот святой, которому на Руси, если брать всех вообще святых, вот именно святителю Николаю больше всего на Руси посвящено храмов, и до революции именем Николая больше всего нарекали младенцев, рождающихся и которых крестили в храмах Русской Православной Церкви. Вот настолько этот святой любим русским народом. И теперь немножко вспомним, когда он жил. Это 3-4 века по Рождестве Христовом. Он застал еще 3 век, когда христианство было гонимо. И люди, христиане, не могли открыто исповедовать Господа, но уже по греческим территориям вера Христова распространялась. И вот примерно около 270 года по Рождестве Христовом святитель Николай рождается в малоазийской провинции Лидии, город Патары. Он родился у благочестивых родителей, по национальности они были греками, и уже с детских лет ему прививали веру. К сожалению, не так сохранилось много сведений. Конечно, житие повествует нам о некоторых вот знамениях при крещении святителя Николая Чудотворца и то, что он был уже с детства такой строгий постник. Вот. Он, конечно же, сторонился каких-то шумных таких вот мирских забав, возрастал в благочестие, но что известно, что его дядя был епископом в родном городе, и он привлекал своего племянника, вот еще очень маленького Николая, к церковному служению. Поэтому отрок Николай, он уже с детских лет стремился ко Господу и к церковному служению. И вот его дядя, епископ, считается, что дядя тоже носил имя Николай, он возвел его в первую такую церковную степень во чтецы. И чтецы уже с древних времен за богослужением читали священные писания.
и возносили вот молитвы от общего церковного собрания. А чуть погодя, он становится и священником. При этом известно, что сам святитель Николай, он по внутреннему устроению был больше монашеской такой вот жизни, он не вступал в брак, и он хотел уединиться в какой-то вот тихой обители в монастыре, но Господь открыл ему, что его служение должно проходить в миру. Вот так бывает, что Господь некоторых таких очень целомудренных, чистых подвижников призывает к служению в миру, потому что если все будут находиться в монастырях и проходить свое уединенное делание, то кто же в миру будет простым мирским людям являть свет христианской веры? И вот святитель Николай, он один из таких светочей, светильников евангельского благовестия. И уже вот как священник в нем как раз и раскрылись его основные черты. Это удивительное милосердие, отзывчивость и доброта. Святитель Николай не был знаменитым богословом, не сохранилось ни одной его проповеди, он не писал каких-то ученых трудов. Конечно, все это нужно, и многие святые были именно учеными богословами, но для простого народа, помимо вот обилия вот этих ученых вероизложений, которые истолковывают тонкости веры, для простого народа огромное значение имеет чуткое и отзывчивое сердце. И вот таким вначале священником, а потом и епископом и был святитель Николай. И вспоминается такой вот уже классический случай из его жития, когда один купец, богатый человек, у которого было три дочери, он разорился. Они остались без средств к существованию, и этот несчастный отец, не зная, как выйти из ситуации, думал уже своих дочерей вот, обратить, так сказать, вот, ко греху, ну, если так вот говорить, к торговле своим телом, чтобы через это добиться какого-то заработка. И когда святитель Николай об этом узнал, что вот этот несчастный человек пришел к греховному решению, то тайно святитель Николай ночью подбросил три маленьких мешочка с деньгами в дом этому человеку. Ну, были какие-то пожертвования, и святитель Николай как раз вот вместо того, чтобы себе взять эти пожертвования, он собранные пожертвования отдал, и ночью в качестве вот таких как бы тайных подарков, да, подбросил в дом этого человека. И тот смог поправить свои дела, сохранить своих дочерей в чистоте, и впоследствии они вступили в законный христианский брак. Вот так святитель Николай спас этих людей от грехопадения, и именно отталкиваясь от этого случая, возникла вот такая удивительная традиция. В Новый год в западных странах Санта-Клаус непременно приносит подарки. А у нас, ну, принято считать, что вот Дед Мороз. Хотя одежды Деда Мороза, они в точности копируют одежды Санта-Клауса и в каком-то смысле напоминают вот одеяние древнего такого вот епископа. Санта-Клаус буквально в переводе означает «Святой Николай». И действительно считалось в западных странах и в Германии, в частности, что именно святитель Николай, вот он ночью приносит вот такие подарочки детям. Потом, правда, когда возник протестантизм в XVI веке, то в Германии эту традицию попытались замять, потому что протестанты не почитают святых, и святитель Николай для них не представлял такой ценности. И вот со дня памяти святителя Николая они с декабря уже на январь перенесли на Рождество Христово память.
точнее, вот этот день, когда уже в рождественскую ночь тоже дарился подарок, но считалось, что уже Богомладенец Христос приносит этот подарок. И чуть погодя все-таки вернулась древняя традиция, но она совместилась уже с рождественской ночью, что да, в рождественскую ночь, но все-таки Санта-Клаус, святитель Николай, потому что именно он когда-то подбросил вот такой мешочек с подарком, точнее, три мешочка в соответствии с тремя дочерями вот этого человека, и этот вот подарок спас им жизнь. А святитель Николай, он был известен еще и как, конечно, такой вот строгий исповедник православной веры. Будучи священником, он оказался в заключении. С чем это связано? В самом начале IV века, в 303 году, император Диоклетиан издал строгий указ против христиан. Затем последовало еще несколько таких указов, и вот с 303 по 305 года очень жесткие гонения были воздвигнуты против христианской веры, многие были схвачены и умерщвлены. Вот гонение Диоклетиана отличалось наибольшей жестокостью, и святитель Николай тоже оказался в заключении. Но он в данном случае является исповедником. Вот промыслом Божиим не всех казнили. Кто-то еще только томился в темнице, и святитель Николай, он увещал других, поддерживал других исповедников и тех, кто становился мучеником в твердости веры, чтобы все все-таки сохраняли искреннее исповедание. А затем вот промыслом Божиим многие оказались вызволены из темницы, потому что, собственно, гонение Диоклетиана, оно продолжалось не так долго. Вот потом, правда, пришел новый гонитель, но святитель Николай, вот запечатлев своим исповеданием веру, был в скорости возведен во епископы. И как епископ он, сохранились такие сведения, он фактически искоренил язычество в своей епархии, а епископом он стал в той же области Ликия, миры ликийские. Отсюда в церковном календаре святитель Николай у нас поминается как архиепископ Мир Ликийский. И там он сокрушал идолы, в частности, был знаменитый идол Афродиты, богини распутства, и он был как раз вот сокрушен именно святителем Николаем. Несмотря на свою вот такую доброту, отзывчивость, святитель Николай проявлял строгость в отношении исповедания, потому что ведь язычество губило души людей. И святитель Николай принимал вот такие решительные меры для сокрушения язычества. Еще вот сохранилось такое предание, что святитель Николай присутствовал на Первом Вселенском соборе в 325 году в городе Никее, где с другими святителями обличал ересь Ария, и приводится даже такое вот свидетельство из предания, что он ударил Ария по щеке, за что временно был отстранен от епископства. А потом уже святителям, другим святителям было дано такое видение, что сам Господь вручает святителю Николаю Евангелие, а Божья Матерь – амофор епископский. И это означало, что Господь восстанавливает его в святительском достоинстве. Вот. Такое древнее предание, но надо заметить, что в самых древних повествованиях о святителе Николае мы все-таки не находим сведений, что он именно ударил Ария. А вот то, что он обличал арианство, это да, это есть. Потому что наравне с милосердием к страждущим святитель Николай все-таки достаточно твердо относился к исповеданию чистой веры.
Но, конечно, самое главное служение святителя Николая выражалось во всецелой поддержке и помощи страждущих людей. Он защитил трех невинно осужденных мужей, которых градоначальник приговорил к смерти, и святитель Николай решительно вступился за них, так что им была дарована свобода. Известно, что когда святитель Николай предпринял морское путешествие в Святую Землю, то вот он увидел, как к судну прикасается вот сам дьявол, входит в судно, чтобы потопить его. И тотчас началась буря, так что действительно корабль мог затонуть. И мы видим из этого повествования, что темная сила зачастую способна влиять даже на технику и на средства передвижения людей, даже на материальные объекты. Поэтому и нужно все освещать, и автомобили нужно освещать, и самолеты, и корабли, и свое жилище, чтобы темная сила не прикасалась к нашим домам. И вот по молитве святителя Николая буря прекратилась. Но когда вот этот шторм только-только начинался, то один матрос упал и разбился насмерть. И тогда святитель Николай своей молитвой воскрешает этого матроса. Есть еще некоторые другие повествования о том, как святитель Николай имел вот такую сильную молитву, что даже воскрешал мертвых. Потому что Господь слышит чистые сердца. Вот таким чистым сердцем обладал святитель Николай. К сожалению, мы многого не знаем о его земной жизни. Он окончил земной путь в 40-х годах 4 века, 340-е года, и с тех пор он не покидает Святую Церковь. Он перешел в небесные обители, но своей благодатной помощью остается вместе с нами. И вот объяснение, почему очень часто именно он откликается на нашу молитву. Вот достаточно обратиться к нему, но обратиться самым сердцем, как помощь приходит очень близко. И вот объяснение, почему практически в каждом православном доме есть обязательно икона, образ святителя Николая Чудотворца. Дорогие братья и сестры, будем помнить, что не только Господь всегда присутствует рядом с нами, не только Божья Матерь, наша Хранительница, но у нас есть еще и множество небесных помощников, среди которых особенно выделяется святитель Николай, Чудотворец и Угодник, и он поможет в любой нашей нужде, если мы от самого сердца молимся ему, и если мы вспоминаем слова из Акафиста, обращенного к этому Угоднику Божию: «Радуйся, Николая, великий, чудотворче». Аминь.